этап. Есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Храм твой, Господи, в небесах, но земля тоже твой приют. Расцветают липы в лесах, и на липах цветы поют. Расцветают липы в лесах, и на липах цветы поют. Точно благовест твой, весна, по-веселым идет поля. А весною на крыльях сна прилетают ангелы к нам. А весною на крыльях сна прилетают ангелы к нам. Если, Господи, это так, если праведно я пою, дай мне, Господи, дай мне знак, что я волю понял твою. Той, что сейчас грустна, появись, как незримый свет, и на все, что спросит она, ослепительный дай ответ. И на все, что спросит она, ослепительный дай ответ. Если, Господи, это так, если праведно я пою, дай мне, Господи, дай мне знак, что я волю понял твою. Храм твой, Господи, в небесах, но земля тоже твой приют. Расцветают липы в лесах, и на липах цветы поют. Расцветают липы в лесах, и на липах цветы поют. Господи, это так, если праведно я пою, дай мне, Господи, дай мне знак, что я волю понял твою. Здравствуйте, мои дорогие! С вами передача «Лаврские встречи», я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях Александр и Елена Михайловы, город Москва. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие телезрители! Я уж не буду говорить о ваших каких-то жизненных достижениях. Мне кажется, что вот первой песни, которую вы исполнили, очень много, ну, становится понятно. И о вас, и это же, можно сказать, все сквозит через музыку, через подачу, через глаза, через движение. Вот, светлая песня, хорошее настроение сегодня. Вот, хотелось бы о вас больше узнать, о вашей жизни, о том, чем вы сейчас занимаетесь. Видно, что вы прошли, ну, такой нелегкий путь. Вот путь к этой песне, которую вы исполнили,
Вот расскажите немножко. Ну вот сейчас мы, на данный момент, мы работаем в театре Вахтангова со спектаклем «Матрёнин двор» по Солженицыну, режиссер Владимир Владимирович Иванов. И спектакль у нас «Тихая моя родина», который вот именно в этом году перешел в такой в театр «Апарте», московский театр «Апарте». Это песенный спектакль чистый. И вместе с тем мы являемся певчими в храме Святой Троицы, который называется так «На грязях». Mm-hmm. Вот, это на Покровке, в общем, такой замечательный храм, но он восстанавливается, то есть и еще, может быть, будет долго восстанавливаться, но уже очень-очень много сделано. Вот. И мы там вот поем на клиросе с Леной, иногда даже вручаем, потому что иногда и Лена проводит службы. Ну, вот. И тоже там занимаемся такой деятельностью, выступаем, и у нас сейчас благотворительный концерт происходит. Mm-hmm. И, вот. А до этого уже, ну, многим известно, что мы работали, мы закончили Щукинское училище, работали в детском театре тогда, сейчас он называется «Молодежный театр». Вот. И, так сказать, был такой призыв к Богу, и мы оставили это дело, много лет, в общем-то, и пели тоже на клиросе, учились этому, mm-hmm. мечтали об этом. Но актер — это диагноз, оказывается, и мы не смогли это бросить. Но это как-то вышло именно в то, что мы стали собирать такие вот песни. И это действительно, эта песня, вот, которую мы сейчас исполнили, она, это, я считаю, это, в общем-то, одна из первых песен в нашем репертуаре. Это на стихи Николая Степановича Гумилева, а музыка Владимира Щукина, вот, нашего друга. Такую он тоже он сочиняет музыку, прекрасно исполняет. Сейчас он сделал спектакли. Вот. Но к десятилетию нашего ухода из театра мы все-таки решили поставить спектакль. И mm-hmm. вот у нас была первая постановка по Салтыкову-Щедрину, мы сделали спектакль и выступили в школе. И наш духовный отец, вот отец Федор Соколов, он вышел на сцену и сказал: «Играйте его везде». Mm-hmm. Вот, представляете, мы никто, ну, в смысле, в плане того, что у нас нет ни театра, ни площадки, ничего не было, вот, было такое благословение. И действительно, мы его начали играть. Перемежать между, вот, то есть играли спектакль, песни, да, и вот, то есть у нас таким образом уже сложился свой репертуар. Ну, я, можно, немножко добавлю, да? Угу. То есть вот Саша все правильно сказал о нашей деятельности, но я хочу еще уточнить, что мы не только в приходе выступаем, у нас вообще концертная деятельность. То есть ну, это сейчас, да. Помимо двух спектаклей, у нас концертная деятельность. И сейчас вот мы очень рады, что возникли эти два православных канала, телеканал «Союз» и телеканал «Спас». И мы записали на телеканал «Спас» рождественскую программу, такую большую, с ведущим Борисом Игоревичем Костенко. И много ее показывали, и песни отдельно тоже показывали, и как-то было очень радостно, потому что всегда приятно, когда музыкальные передачи тоже в православных каналах возникают. Очень радостно, что здесь вот на телеканале «Союз» есть такая передача. Да, и мы, конечно, очень благодарны, мы вам заранее скажем, а то вдруг времени не хватит, что вы нас пригласили. Да, но все сразу не расскажешь, конечно. Я могу сказать только одно, что очень хорошо, что мы эти все три телеспектакля были профессионально засняты. И поэтому в этот год, а этот год наш сейчас, 2016 год, это юбилейный год Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, 190 лет со дня рождения. И мы просто сами предложили телеканалу «Спас», поскольку у нас есть профессиональная запись этого телеспектакля «Сказка», по сказке Салтыкова-Щедрина «Пропала совесть», мы предложили его посмотреть, и если это подойдет каналу, и слава богу, что подошел, и показывали, и я надеюсь, еще покажут, потому что год юбилейный еще не закончился. И то же самое, вот два спектакля в театре Вахтанговском «Матрёнин двор» по Солженицыну, мы сыграли уже сотый спектакль в апреле, 8 лет его играем, и его тоже профессионально записали, вот принесли вам показать вот это вот кассету. С одобрения Натальи Дмитриевны Солженицыной, тоже было после ухода Александра Исаевича Солженицына, это снято, это телеверсия спектакля. И очень хорошо тут и его добавлена хроника. Очень такой хороший, замечательный получился. Вот. И, это, и третий даже спектакль «Тихая моя родина», когда он еще шел в театре Вахтангова, там у нас просто малую сцену закрыли, поэтому мы вот, театр «Апарте» нас взял. Мы очень рады. И на улице Солженицына, да, театр «Апарте» это находится. Это удивительное совпадение. Кстати, все-все, кто хочет посмотреть, кто знает, взял под свое крыло.
на улице Солженицына. Да, будем рады. Потом, знаете, для нас что радостно, что вот именно «Тихая моя родина», спектакль, он вместил в себя те лучшие песни, которые мы вообще собрали в течение этих лет. И специально для этого спектакля выучили какие-то песни, их обыграли и, так сказать, ну, пережили, да, то есть они прожили. Вот, и действительно, там есть разные темы, там и народные темы, и лирические темы, то есть вот, и есть тема вот эмиграции такой вот, и, может быть, если можно, мы вам можем исполнить. Из этого спектакля, вот одну песню. Причем мы очень дружим и любим, вот такой у нас замечательный есть бард Александр Суханов, который вот он пишет музыку, и в и музыку, и стихи напомнить у него замечательные. Надо, напомнить, да. Потому что не все, может быть, знают. Это наше поколение, мы на нем выросли. Да, это да. «Зеленая карета» знаменитая, это «Деревянный башмачок» и так далее, и тому подобное. И у него, да, вот в спектакле вошло и вот три, значит, стихотворения и две песни. И причем мы взяли вот именно песни, которые, вот, например, его музыка, а стихи Владимира Набокова. Вот песня называется «Стезя». Где бы стезя не бежала, нам русская снилась земля. Изгнание, где твое жало, чужбина, где сила твоя, чужбина, где сила твоя. Наш дом на чужбине случайный, где мирен изгнанника сон. Как ветром, как морем, как тайной России всегда окружен, России всегда окружен. Мы знаем молитвы такие, что сердцу легко по ночам. И добрые музы России незримо сопутствуют нам, незримо сопутствуют нам. Где бы стезя не бежала, нам русская снилась земля. Изгнание, где твое жало, чужбина, где сила твоя, чужбина, где сила твоя. Господи, как хорошо вот сидеть, делиться тем, что вот песня, она как-то все концентрирует, стихи, да, и способствует объединению такому духовному, душевному людей. Мне тоже хочется поделиться. Я сейчас вчера буквально написал песню, как у матушки моей день рождения, день ангела. Вот, и я все время, не знаю, постоянно мы же разрознены. Вообще вот эта тема семейная, да? Вы же семья. Я вообще с удовольствием приглашаю семьи. Все время... У меня много семей достаточно. Здесь уже на передаче побывала. И вот наша семья с матушкой, мы... настолько заняты каждый своим деланием, даже иногда, ну, просто перекинуться и словом некогда. Вот, но она моя помощница, и хотелось бы ее такую подарить песню. Она еще не оформилась, я даже не знаю, как она прозвучит, а, можно сказать, сам первый раз я услышу.
премьеры. Да, можно премьера песни, которая еще не родилась, которая будет рождаться вот сейчас. Но текст я набросал и приблизительно знаю такую гармонию. На свет летела душа моя. А тело хотел жить, где я любил, мечтал и верил, желал, страдал и пел, и ждал, откроют двери, тогда вздохну, успел. Когда, не знаю, придет весна моя родная, ты небом мне дана, и мы, оставим бремя трудов, забот, телес, уйдем в иное время, туда, где Бог воскрес. Когда, не знаю, но верим мы, моя родная, моей зимы. Браво, браво. Спасибо, Господи. Да. Я не понял, что это было. Матушке и... Спасибо, Господи. Я не понял, что это было. Ну, вот. Буду сейчас оттачивать ее. Хорошо, эту хорошо. Песню. Ну, у нас же творческая передача. Конечно. У вас-то, конечно, все выверено до этого. Нет, ну мы потому что мы же все-таки не авторы. Мы не авторы. Это да. Очень, кстати, важно сказать, что мы исполнители, мы актеры, исполнители. У нас скорее такая актерская песня. Но мы очень любим авторов. Да. Вы знаете, мы так всех любим авторов, которые мы поем, со всеми мы дружим. Я понял, что жив, вы ловцы жемчуга. Да. Это действительно жемчуг. И надо глубоко нырнуть, потому что на поверхности, знаете, очень много всего плавает на поверхности всего. И надо глубоко нырять, чтобы поймать хорошую такую песню. Она должна вибрировать вместе, она должна отзываться в душе. Мне тоже иногда хочется спеть... Чего-нибудь песни. У меня такое даже есть тайное, я уже готовлюсь. Угу. Песни, которые мне очень сильно нравятся. Угу. Которые даже жалею, что не я их написал. Ну это да, это многие авторы так говорят. Кстати, а это очень достойно уважения. Вот мы, многие наши авторы-исполнители, которых мы поем, матушка Людмила Кононова, Анна Широченко, например, которые авторы-исполнители, я считаю, что это большой плюс, что они берут других авторов. Например, матушка Людмила взяла Трофима, попросила у него разрешения. Она поет Владимира Волкова. Да. То есть, понимаете, здесь, как бы сказать, расширяется, диапазон расширяется.
И нет страха. Вот в свое время вот мы говорили с таким Андреем Селивановым, когда на первом только конкурсе «Исповедь сердца», вот мы были все стали лауреатами, это было 90-е годы, когда мы все стали лауреатами, все познакомились, был «Исповедь сердца» такой фестиваль. Да, первый. Вот, и вот Селиванов было обсуждение, он говорит, вот вам легче, вы исполнители, а мы авторы-исполнители, понимаете, мы эгоисты, мы все зациклены на своем, как бы свое продвинуть, как бы свое, а вам-то вот легче, вы там легче. Мы говорим, ну, я не знаю, как легче, не легче, но я понимаю, что если человек пишет, да, ему mm-hmm. дар такой, вот, ну, нам не дан дар, ну, слава Богу за то, что нам дали. Вот, Господь Бог. Но это понятное дело, понятное дело. Но это очень хорошо, если у вас такое есть желание, вот уже. Спойте еще что-нибудь. Передача заканчивается, первая часть. Надо это завершить. Приходит в голову вот только такая история, что вот у нас «Тихая моя родина», действительно, у нас много было песен лирических, и надо было их чем-то, ну, как бы сказать, ну, если грубо даже сказать, разбавить. Угу. Потому что, ну, нельзя же все время слышать вот такие лирические мотивы и все. И тогда наш режиссер дал нам задание, говорит, ребята, нужна здесь народная песня. Обязательно народная песня. И мы, если грубо сказать, перелопатили такое количество материала. Лена нашла, ну, не знаю, ну песен, наверное, там 30, около 30 вот песен народных, которые можно было... И они все были либо банальны, либо известны так, что нельзя было их петь. И совершенно неожиданно нашла по Арбату. И вдруг слышит народ, там какой-то хор фольклорный такой у нас. Ну, Арбате часто же выступают. Да. И смотрит, кто-то поет. Ну, в смысле, поет какие-то народные песни. И диски у них стоят. Но она прошла мимо и потом говорит... Ну, вот так вот и наши тоже. Смотрят диски и проходят мимо, не покупают. Куплю-ка я у них диск. Купила диск и сказала, Саша, здесь явно для нас есть песня. Ну да, мы прослушали. Саша говорит, да, вот это вот. Мы ее показали режиссеру, ну, как в череде других. Он говорит, не знаю, как все остальное, а вот это, пожалуйста, выучите. Но нам она далась очень нелегко. Я сказал, что я это не выучу никогда. Угу. И вот эта песня, которую мы сейчас исполним, песня, народная песня, скороговорка, называется «Наташа Наталек». Да. «Наташа Наталек». Сейчас я инструмент. Да, я должен взять. Положу. Инструмент. Да, можно, да? Да. Ой, да ты, Наташа, Наталёчек. Ой, да ты, Наташа, оленьки цветы, да. Ты верина тавроша, навра, талёвручек, ты верина тавроша, аврал и цвервет. Ой, да почему в тебе, ну, Наташа, ой, да перемены в лице нет и да. Паврва, чему врву в тебе, верена тавроша, певеря мебелины в лице не вервет. Ой, да лицо бело брови черны, ой, да развеселые, ну, глаза, да. Ливерица беверил, броборба вечеворна, разборба весеворвал и еверил глаза брова. Ой, да развеселые, ну, глаза, да. Ой, да режут сердце без ножа, да. Разборба весеворвал и еверил глаза брова, да ливерица беверица беверец ножа брова. Ой, да ты, Наташа, Наталёчек, ой, да ты, Наташа, оленики цветы, да. Ты вервина тавроша, наврва талёвручек, ты вервина тавроша, аврал и свет. Спасибо. Дорогие мои, на этом наша передача «Лаврские встречи» подошла к концу. С нами были супруги Михайловы, Александра и Елена, город Москва. Боже всем помощи и до встречи в следующей передаче. Спасибо, Господи. Всего доброго, дорогие. До свидания.